И старой фотографии видно. Тоненькая бронзовая фигурка девочки Милы с васильком в руке скорбно тянется к братской могиле. Рядом с Милой бетонный треугольник с трогательным посланием ее отца. Политрука Петракова со словами: «Мила, папа Дима будет биться с фашистами до последней капли крови, до последнего вздоха, чтобы фашисты не поступили с тобой так, как с этим цветком».